Selamet şagirdlerim, günlerim. Yeni tekst okuyak. Optimist i pessimist. Optimist yani her şeyin yaxşısına inanan insan. Pessimist her şeyi pis yazan bir insan da. Pessimist deyirlər elə insanlara. U minya yest drug. Mənim dostum var. U minya yest drug. Его зовут Дмитрий. Onun adı Dmitri'ydi. Его, yəni hansı kişinin adı. Он живет в Москве. Он живет в Москве. O, Moskvada yaşayır. Он, yəni hansı kişi. Dmitri kişi adıdır. Olsaydı, məsəl üçün, Lena hansı qadın. Onlar da ana, живет в Москве. Dmitri optimist. Dmitri optimist. O, у него есть большой и хороший дом. У, русский такой, у него, yani onun var мэнасында да. У него есть большой и хороший дом. Onun büyük ve yaxşı evi var. Есть var. У него есть жена и дети. У него есть жена и дети. Onun arvadı ve uşaqları var. Его дети очень умные. Onun uşaqları çox ağıllıdır. Умные. Дети cəmdir. Умные. Cəmin sifətdir də умный, ağıllı. Yəni isim cəmdə olduğuna görə bunun da şəkilçisi ı-yə. Его дети очень умные. Onun uşaqları çox ağıllıdır. Они хорошо учатся. Onlar yaxşı oxuyurlar. Uçatsa oxuyurlar. Его жена Татьяна. Onun arvadı Татьяна. Преподаватель. Учитель сөзі var. Учитель, мәлім. Bu сөзді. Учитель. Учитель. Мектеп мәлімі. Преподаватель университетта дәріс деген мәлім. Преподаватель дага геніш бір сөзді. У нее есть хорошие и интересные студенты. У нее есть, онун вар, хорошие, яхшы и ве интересные марахлы студенты. Тәләбәләре. Студенты cəmdir. Ona görə burada da biz cəmin şəkilçilərini qoyduq. Interesni var. Svət. Da? Interesni svət. In teres ni. Interesni, yəni maraqlı. Bu şəkilçi kişi cinsindədir. Interesni. Interesna ya. Например, книга, читап сөз. Книга. Книга. Интересная оларды. Бу ый көтүрүрүк, жерине коюрук. Интересная. Интересная книга. Бурда эсе талабалары, студенты жамды. Ону көрө биз чечилчи коюрук. Интересные. Ve burada хорошие. Ш-нын yanında həmişə i yazılır. Qaydadır. Amma həmişə ı kimi tələffüz olunur. Хорошие. Deyirəm, хорошие yox. Дмитрий работает на заводе. Дмитрий isə işləyir zavodda. На заводе, на önlükdür. Zavodda. У него отличная работа. Onun əla işi var. Da? У него отличная работа. У него, yəni onun varıdır mənasında. Rus dilində var sözü, есть sözü qoymasaq da belə. Yəni, amma onu qoymaq burada, bunu qoymaq vacibdir. Mən deyə bilərdim, у него есть отличная работа. Amma daha çox deyirlər qısadan, у него отличная работа. Onun əla işi var sözü burada yoxdur. Bizim dilimizdə demə sökü alınmır. Amma. Na
на работе у него есть друзья. На работе, на ште, yani, у него, он есть друзья. Дослары вар. Друг. Сөзі. Друг. Кына уктар. Досты, друзья, достлар. Бұл сөзін жәмін ядызда сақламалыз. Оны көрәкі біраз фәргілі шәкілчейінен дүзәлір. Дмитрий и Татьяна любят работать и любят отдыхать. На фикер верен. Любят, любят. Не, любят, яны хошлайыллар. О, хошлайыр, йох. Онлар хошлайыллар. Дмитрий вә Татьяна хошлайыллар. Любят. Ама усайды бидена Татьяна, оларды Татьяна любит работать и любит отдыхать. Бұрдайся дейр. Любят работать, шлемай хошлайлар, и любят отдыхать, тинжанмай хошлайлар. У них есть хобби, театр и кино. Онларын хоббилары вар, театр вэ кино. Они любят, они говорят, что в Москве есть хорошие театры. Они говорят, онлар дейлер ки, что... Nə kimi tərcüm olunur? Cümlənin ortasında qabağına virgül qoyuruq. Ki kimi tərcüm olunur? Они говорят, что onlar deyirlər ki, Москвада, в Москве есть var, хорошие театр. Yenə də cəmin şəkilçiləridir də. Театр cəm təkdədir. Театры cəmdə. Хорошие. Olsaydı yaxşı театр, olardı. Хороший театр. Хороший. Хороший. Оларды. Театр. Бұрда джемдәді олды. Хорошие театры и кинотеатры. У них интересная жизнь. Онларын марахлы хаяттары бар. Интересная марахлы. А это мой друг Андрей. Бу мәнім достым Андрейді. Он тоже живет в Москве. Он тоже живет в Москве. Ода хэмчинин Москвада яшайр. Он пессимист. О пессимисты. У него есть маленький и некрасивый дом. Он вар. У него есть маленький паладжа вэ гёзэль олмиян эви. У него тоже есть жена и дети. Он хэмчинин тоже. Есть жена и дети. Арвадовая ушахларовар. У него. Но его дети учатся плохо. Но его дети. Он ушахлары амма. Он ушахлары да но. Учатся плохо. Писохуюллар. Его жена юрист. Он арвады юристы. Хюкшнас. Она говорит, что это очень скучная работа. О дирки бутшох дарахтраджа иште. Скучный дарахтраджа. Работа ищ. У нее плохой характер. Он пись хасиет вар. Характер. Андрей работает в банке. Андрей банк тайшляир. Андрей говорит, что у него очень трудная работа. Потому что все его коллеги глупые. Андрей говорит, Андрей дир ки, что у него очень трудная. Он чох чатин, работа ищевар, потому что он агера ки, потому что все его коллеги глупые. Он хэмчарарн хаммасы, все глупые, ахлсыздлар. У них тоже есть хобби. Онлар нэмчина хоббилер вар. Смотреть телевизор. Телевизор абахмага. Они говорят, что в Москве есть театр и кинотеатры. Онлар дейлер ки. Москвада театрлар и кинотеатрлар вар. Но они слишком дорогие. Дорогие чох багалыды. Слишком хэтсиз, да? Амма онлар хэтсиз багалыды. Поэтому они смотрят новости по телевизору. Она гёра, онлар, бахаллар смотрят новости
хабарлары по телевизору, телевизордан. И говорят, и диллер ки, что в мире, дуньяда все плохо. Херший писте. У них скучная жизнь. Онлар хаяттары дарыктырыжыды. Бурда да суаллар бар. Текстте айт. Ве бу суаллара рейлерде өз жауапларынызы яза билерсіз.